Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Ге. Мы сегодня играем на Родина РП Центральный Округ. Мне здесь Кирилл Путбулове. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Если введете мой ник и проходите третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому обязательно вводите мой ник при регистрации. Также можете вводить мой промокод на шестом уровне, мой промокод хэштег Кирилл Ютуб. Промокод в описании, ник будет в описании, так что вводите и получайте приятные бонусы. Но сегодня снова видео, и в этом видео я хочу поехать в казик и подняться. Поднять немножко баблишко, может быть слить, как получится, я не знаю. Сейчас я уже перевел донат, получается, в деньги, у меня есть лям с половиной, и я думаю, на эту сумму мы будем играть. И будем надеяться на то, что нам повезет. А вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Встретимся уже в казино. Так, я, короче, приехал в казино, давайте обменяем наши фишки. У нас лям 500, так, это нужно нам, вот, лям, и нужно еще 500 тысяч обменять будет. Это, получается, у нас будет 15 тысяч фишек. Ну, в принципе, неплохо. Я думаю, за эти бабки можно будет как-то подняться. Все, теперь можно идти играть. В карты мы не будем играть, мы будем играть чисто за вот этим столом. Так, посмотреть заявки, давайте посмотрим. Так, на 5 тысяч я уже залетел втроем, у чувака выпало 4-4, у меня 5-4. Ничья, блин, я думал, сейчас уже завиню. Вот это было реально близко. Так, вот, обратно втроем залетел. Так, 3-1, 6-4, 1-4. Я проебал 500 тысяч. Втроем на 4-300 залетел. Так, 4-1, 6-2. Пожалуйста, можно я выиграю? 3-3. Есть. Просто изи, пацаны, изи. Отбили свои бабки, даже в плюс ушли. Это хорошо. Так, втроем вот еще на 5 тысяч. Давайте залетаем. Конечно, рискованно, пацаны, так играть по 5 тысяч фишек. Ну, 5 тысяч фишек, если что, это 500 тысяч. По 500 тысяч играть, конечно, такое себе удовольствие, но, в принципе, ладно. 6,6 человека выпало, ну, по-любому он выиграл. У меня 5,6 выпало. Я бы тоже мог выиграть, если бы у него выпало меньше. Ладно, мы обратно в минусе, но ничего страшного. Сейчас будем еще играть. Так, залетаем. 4,6 у него выпало. Так, 6,5. 1,3 у меня выпало. Ну, понятно, короче, понятно. Все понятно. Так, давайте на 5 тысяч... вдвоем, потому что я сейчас так быстро все солью, и хорошим это точно не закончится. Тупо по крупняку играем чисто, по 5000 фишек, у меня осталось где-то, ну, 7000 фишек. Сейчас, если я проиграю, то уже будем ва-банк играть просто, и все. Так, вот, Никита залетел к нам, 4,4 у меня выпало, 1,6. Я победил, вдвоем 3000, давайте сыграем. Так, 1,2 у него выпало, так, у меня выпало 6,1. Отлично, отлично, так, пошли вины, это отлично. 16000 фишек, да? Я включу только на косарь. У него 5,4 выпало, у меня выпало 2,5. Я проебал. Вдвоем 4000, залетаем с Никитой. Так, 5,3, у меня 1,4. Последняя, пацаны, ставочка, по идее, потому что у меня вроде бы 5000 фишек только и осталось. Поэтому сейчас будет решающая игра просто. 3,4, 1,6. 2,1. Так, я, по-моему, завинил, да? Ничья. Да ёб твою налево, я думал, я завинил. 2,5, 3,3, 1,5. Я проебал. 2000 фишек осталось. Ну, давайте, да, поставлю 2000 фишек по банк просто. Так, создать 2000 фишек вдвоем. Давайте вдвоем создадим, в принципе, была не была. Да уж, конечно. Надо было... Ну, хотя я в плюс особо не ушел, поэтому уходить не было смысла. Так, 1,2 у меня выпало. У него 6,2 выпало. Все, пацаны, я все официально просрал. Ну ладно, ничего страшного, в принципе, заработаем заново. Респаун был, тачка пропала, заебись. Ну что ж, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой ник при регистрации, вводите мой промокод на шестом уровне, за него получите неплохую сумму денег. И всем пока-пока.